Добрый день, друзья мои. Вот, посмотрите, какие мои растишки. Это мой базилик. Вот это красненький. Видите, какой он уже весь такой. Ну, на мой взгляд, неплохой. А это вот лимонный. Вот там, где проплешины, там нигде он, друзья мои, не взошел. Вот. А это тут моя аптека. Ой, еще сколько тут, друзья мои. И кушать даже не хочу. Вот сегодня наскоряк приготовила с шампиньонами себе лапшичку. Конечно, если бы сюда добавить еще сверху сырку, либо сюда добавить обжаренное филе куриное, друзья мои. Но это было бы тогда другой коленкор. Но сырка у меня нету, а филе я не захотела. Вот так, посмотрите, мои огурчики. Тянутся они. Там вот у меня перчик маленький. Вот он откуда-то вылез. Я его сюда принесла. Вот на этом окне мои перчики чувствуют себя гораздо лучше. Посмотрите, я какой забор нагородила. Ой, ну что, комарики покоя мне не дают. Вот решила я воспользоваться, не знаю, чьим-то советом. Там в Ютубе советов полно-полно. Ну вот, воткнула по спиченке. Там Иван Русских говорит, что это очень вредно. Но я думаю, что от двух спиченок никакого вреда, друзья мои, не будет. Вот это вот не могу понять, то ли это вот у меня томатик, то ли это у меня баклажанчик. Если это, друзья мои, не баклажанчик, значит, у меня ни одного баклажанчика нету. Ну, племянница сказала, что подарит. Вот посмотрите, везде я нагородила вот такой вот забор, по две спиченки воткнула. Посмотрю, что получится, друзья мои. Не знаю. А еще я везде, друзья мои, прошлась звездочкой. Израсходовала почти целую вот такая звездочка. Сейчас одной рукой, друзья мои, не открою. Все вот так вот помазала, вот так по краешку, где смогла, помазала внутри, обмазала вот здесь вот края. Ну, вот не знаю. Вот такая звездочка. Раньше мы ее часто покупали, потом я ее перестала покупать. А потом, когда вот в Томске лежала, мне одна девочка сказала, говорит, от головной боли помогает просто изумительно. Но для моей головной боли, для моей мигрени такая вещь, конечно же, друзья мои, не помогает. Вот на улице какая у нас красотенюшка. Небо такое безоблачное. На улице я сегодня не ходила. Просто отдыхаю. Даже еще вот кроме как сварила быстро-быстро. И вот занималась вот этими вот друганами. Больше даже, друзья мои, и ничего я сегодня не делала. Что-то я вся уставшая, выжатая. Ничего не хочу делать. Вот эти, посмотрите, огурчики как потянулись. Вот до... Ну, завтра, наверное. Завтра суббота, воскресенье. Я их еще раз подсыплю, чтобы я в понедельник ушла в больницу. И они как бы более или менее себя чувствовали. И, наверное, в воскресенье я их еще маленько полью. Вот такие вот. Видите? Вот все, что вот здесь есть, друзья мои... Я все обмазала. Вот видите, вот желтенькая. Вот это вот все звездочка. Ну, заразы, если они сейчас куда-нибудь не сгинут, я не знаю, что я буду с ними делать. Вот цветочки, вот все. Вот это вот все царство-государство. Вот они, мои огурчики. Видите? Третий листочек хочет выходить. Ух ты, блин, вон какой-то
Не дай бог, чтобы это была белокрылка. Ну нет, вроде черненький. Друзья мои, это какой-то кошмар. Что такое творится? Откуда они? Ну, это вот точно дочь, когда мне вот балконное чудо принесла. И она мне занесла. И уже балконного чуда давно нет. И у нее нет. А мошки никуда не уходят. Вот сегодня даже не убиралась, не пылесосила, ничего не делала. Никаких нет, друзья мои, сил. А вот у этого, видите, вот там вот пасынок проклевывается. Вот, верхушку пока показывать не буду. Вроде как понемножку одыбывается, но, пока даже хвалиться, друзья мои, не буду. Ну вот у меня эти безымянные. Снова хвалюсь, красотки, видите? Вот они здесь всякие разные. Ну вот так вот. Борьба у меня снова идет с этими не то мошки, не то комары. Как они меня достали. Вообще просто нет никакой от них жизни. Не знаю. Вот так ты ликом хотела побрызгать. Ну, пока вот уже из больницы выйду, там уже посмотрю. Вот так, друзья мои. Напишите. А вы конкретно чем боретесь? Да, вот еще. Я где-то читала, что еще можно вермикулитом сверху посыпать. Но вот у меня вермикулит заканчивается, поэтому у меня его как бы надо вот убрать с подоконника, иначе все подгорает и стаканчики высушиваются. На улице тепло, хорошо, но я сегодня не пойду, не хочу. Друзья мои, всем всего доброго, хорошего. Берегите себя, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Мне приятно, я жду. Пока-пока.